какая красота. Ага, орём, орём. Слезаем давай. Ой, у меня Саша позвонила, заболела. Температуру вызвали врача. Ой. Я все понемножку перетаскиваю потихонечку. Вот еще вот не хватало, чтобы она заболела. Ой. Ко мне приходят тут страждущие поесть. Посмотрите, какая красота. Ага. Крещение, все в снегу. Маська опять орет там под крышей. Мася, иди домой, господи! Ну, совершаешь одни и те же ошибки каждый день. Глупотень. Ой, как здорово. Ты где там, мяу? Мася, кс-кс-кс-кс-кс. Он вот тут уже на крышу лазит. Прыгай давай. Вон он. Ну, прыгай. Мася. Господи. Прыгай. Снег мягкий, глупый. Прыгай. Ой, спрыгнет ведь. Господи, вот только меня нервничать заставляет. Ой. Ну что, мои дорогие. Всем здоровья, терпения в этой жизни. Хорошего, спокойного вечера. Спокойной ночи. Тишина. Просто тишина звенящая. Ни машин, ни людей. Один Маська мяукает. Красота. Вон машина едет. Ладно, мои золотые, давайте. Чтобы никаких переживаний, никаких страданий, ничего, чтобы не было плохого, ладно? Хватит меня. Вечно у меня все не так. Еле хожу теперь. Ой, прям. Ой. Снег не чищу. Мне так нравится. Он падает, нападает. Все равно к выходным уже будет плюсовая температура. И все это растает. Все, мои дорогие, я вас обнимаю, целую. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Пусть немного, но зато какие. И пока-пока, мои дорогие. Такая сказочная погода, прям сказочная. Пока-пока. У меня творческий процесс. Делаю вот такой янтарный сатуар. Он будет длинный. Его можно будет носить вокруг шеи. В два, а то и в три оборота, смотря какая шея. Вот. Мне так понравился этот слон, что я решила его сделать с янтарем. Ну, надеюсь, сегодня доделаю и вам потом покажу. Доброе утро. Доброе утро, мои дорогие. Нас вообще завалило. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Боже ж ты мой. Ой. Впору валенки иметь. Да, это только крымчан послушать, так они и снега не видят никогда.
Вот я хочу сказать, я тут вот 7-й год, да, уже пошел. Но вот 2 последние те зимы я в Мурманске была. И то приезжала в конце февраля 1 год, захватила снег, снимала в Севастополе. Ну, в прошлом году, ладно, я в конце марта приехала. Не видела, был снег или нет. А так, да, редко, но вот оно, редко, видите? Так что ничто человеческое Крыму не чуждо. -6. Хе-хе, дельфинчик. Зонтик мой от солнышка вообще во что превратился. Весь отвис. Ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Ой, вы знаете, хочу сказать, 4 года назад было, по-моему, в марте, как выпал снег. Я еле калитку открыла. Сугробы были. О, видите? Ой, о, Господи. Ой, как же мне до остановки-то дойти. Вы посмотрите, какая глубина снега-то. Ой-ой-ой. У меня ботинки-то короткие. Как я полезу-то тут, твою мать? Нифига себе. Так, надо лопату брать. Вот так немножко раскидала. Хоть дойти до дороги. Вот так вот. Какая красота. Так, ладно. Ничего себе. Маршрутка подорожала с Нового года на 5 рублей. Рисковато. О, и дворником работа нашлась. Их бы Мурманск. Там как может всю зиму валить и валить и валить. Ну, красиво. Неужели кому-то не нравится? Мне вчера вечером Леночка звонила. Приятельница моя у нас на волне живет. И говорит, ой, сколько снегу навалило. Я говорю, а мне нравится. Ой, красотень. Машин мало. Да они ездят на летней резине. Конечно. А тут вон чего. Апокалипсис буквально. Когда-то у меня была такая собака. Прелесть какая. Давно уже. Давно, уже больше 30 лет назад. Смотрите, что творится. Валит и валит. Снегу сколько. Он уже с крыши снег сползает, не выдерживает. Вообще, блин, что творится? Мы сейчас приехали с Толиком и еле открыли замок на калитке. Толик там дышал в него, дышал. Ой, обалдеть. Маська, кс-кс-кс-кс-кс, где ты там? Мяу.
Гулял, пока меня не было. Теперь мяу домой хочется. Холодно, да? Ути, батюшки мои, господи. Ой, Мася. И прыгнуть некуда, да, скажи, один снег кругом. Да идем, идем. На тебя полюбоваться-то на смешного. Как же без этого? Ой, а я сегодня удачно съездила на Южный рынок. Они опять завезли вот эти вот бусы. Я уже такие покупала, делала. Но закончились они у меня. Чем они мне нравятся? Ну, девчонки, ну вот скажите, что это не натуральные бирюза. Очень сложно сказать так. Ну, они все в ямках. Ямки черненькие там, прям такие вот. Ой-ой-ой, так они мне нравятся. Были бы еще другой бы формы. Они привозят, вот в том году привозили такие, сейчас опять такие. Мне девочка-продавщица говорит: вы у нас тогда весной скупили. И сейчас тоже. Я говорю: ну что делать, мне-то они нужны. Кому-то не надо, а кому-то надо, правда? Вот, так что очень хорошо я сегодня зашла. Замечательно. Дома тепло, хорошо. Маська сразу есть. Нагулялся, пока я ездила. Аж устала. Надо мне в сервис разобраться, почему у меня нет интернета на телефоне. Пробовала сама, что-то не получается у меня открывать эту крышечку. И у меня вообще с техникой отношения сложные. Ну, правда, чего вот. Я абсолютный гуманитарий, и у меня это... Вот. Но сегодня я туда не дошла. Ну, удачно, удачно. Я прям очень рада. Жалко, да, что они такие вот крупные. Были бы помельче еще, еще бы интереснее было. Ну, ладно. И за это спасибо. Сделала вот такие серьги. Не знаю, видно, да, но вот такая под серебро листики, швенза такая. У них проблема у этих дисков, или как их назвать. У них дырочки далеко от края. Очень тяжело швензы приделать. Приходится через колечко. Вот как-то не очень мне нравится. Но так вообще яркие такие, летние. Вот если кому надо, сделаю. У меня их вот 4 штуки таких. Они легкие. Это же перламутр натуральный. Он легенький.